Горкоммунхоз займется перевозкой пассажиров общественного транспорта. В субботу, 15 апреля, муниципальное предприятие выведет нефазы под номерами 22 и 26 на маршруты. Речь идет о больших автобусах, которые были закуплены еще в 2021 году. Об этом сегодня рассказал руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов. Особое внимание при этом будем уделять регулярности маршрута, количество подвижного состава на маршруте, ну и, конечно же, времени работы на маршрутах. Для этого нами набран новый персонал. Это водители, механики, слесари, диспетчеры, административно-управленческий персонал. Что касается 24 новых автобусов большой вместимости, то они также перейдут на баланс горкоммунхоза. Дополнительно исполком направил заявки для участия в федеральной программе. По ней ожидается приобретение 50 автобусов большой вместимости в 2023 году. Еще 50 единиц планируется купить в 2024.